А зарплата сегодня, да? Да подожди, ты всех все по очереди же. Ага. Казбек, где Казбек? Я здесь. Да, вот, возьми, вот твоя зарплата. Ага, ага, давай. Ага. Этот, Иннокентий, где Иннокентий, а? Все, я здесь, я здесь. А, здесь, да, вот, возьми, вот твоя зарплата. Ага, а, все, спасибо, давай. А, вот, Сека, теперь твоя очередь, вот. Возьми, вот твоя зарплата. А что, они за деньги работают, что ли? Ну да. А можно мне тоже за деньги работать? Ну ладно, ну на, на тебе деньги. Спасибо. Стой, стой, стой. Шаурму куда повез? Оставь шаурму. На, тогда деньги не нужны. Смотри, какие парни. Смотри его сейчас. Я говорю ему, ты что завязывай, я так и вау! Вау! Ты смотри, какая! И потом я говорю, короче, ты перестань так делать, я тебе что, какой-нибудь щи голос, ну ты еще что-то. Да он мне же вообще попутал, начал наезжать на меня. Я да, в шоке, долго не стал лежать. Ага, слушай, ага. Ты что не смотришь на меня? Что не смотрите на меня? На нее главное смотрели, на меня не посмотрите, а? Ты что, мужик, гонишь что ли? Иди отсюда вообще. Больно что ли? Иди отсюда. Классно, блин, да, супер так. Ништяк. Нормально так покачались, да? Можно я быстро пройду, пожалуйста, один чай всего лишь, один товар. А, ну да, да, конечно, брат, проходи тогда, да. Миллионный покупатель! Поздравляю, вы выиграли миллион тенге от нашего магазина в честь нашего праздника! Я выиграл миллион тенге? Да, вот, возьмите! Спасибо! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо, Рахмет! До свидания! Здравствуйте, заходите, проходите, это проходите. Да, вот эта квартира, все очень шикарно, ремонт хороший, мебель, все оставляю все вам. С мебелью, да? Вот это да, кухня, кухня, вот шикарная кухня. Да, посмотрите, это зал, зал прекрасный, зал. Все, вот это уборная, посмотрите, уборная. Ой, какая классная. Шикарно, да, ремонт хороший, свежий, вся мебель остается, да? Все оставлю вам. Шикарно, вот это спальный гарнитур тоже остается. Все хочу хорошо оставить. Вот это детская, все ой, кровати, мне нравится, мне все нравится. Остается. Подождите, все здесь остается. Кто такой? Это двоюродный брат, он тоже остается. В смысле остается? Ну, как понимаешь, братан, он просто... Ну, он остается, я по дешевке за него отдаю, по идее, за него продаю квартиру. Просто он на 2 дня с деревни приехал и вот 5 лет уже живет. Ой, нет, нет, не надо мне братан, такая квартира. Без скидочку нет, нет, сделаю. Нет. Лицо знакомое. Где я его видел, а? Ладно, сделаю вид, что не заметил, дабы не здороваться. Брат, да, как дела? Нормально, как у тебя, как нормально. Близкие, родные? Хорошо, Ишамамба. Да, Аржан, да? Аржан, да? Да? Все хорошо, ладно, ага. Рад был видеть. Ага. Все, все. Давай, привет передавай ага. Всем. Ага. Все, давай. Давай. Ага. Как же его звали, а?
А знаешь, мой сын на шпагат умеет садиться. Ну-ка, сына, покажи. У меня сын тоже умеет садиться на шпагат. А ну-ка, сын, садись на шпагат. Я же не умею на шпагат садиться. Как ты не умеешь? Умеешь ты. Давай покажи шпагат. Я не умею на шпагат садиться, батя. Ну ладно, покажи толстого-то. Еще толще давай. Давайте я вам раскурю. Классно, раскурил, все супер. Девушка, давайте я вам раскурю. Да нет, нормально. Не-не, я вижу, же горчит прям. Надо вот. Нормально. Дайте я вам раскурю быстро. Сейчас. Опять ты здесь, козел, ё-моё! Ещё раз придёшь, знаешь, так шишу воткну тебе, понял? Я приду ещё раз! Сека! 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 Нодик! Нодик! Че ты орешь, больной что ли? Да не, брат, я просто потерял тебя. Че потерял? Я сзади тебя иду. Не, брат, давай ты вперед пройди, я за тобой лучше пойду. Норик! Норик! Но! Че ты орешь? Сам иди впереди. Так, работнички, как вы понимаете, да, уже вот весь офис по сокращению ушел, надо мне кого-то вот увольнять, сокращать. Из вас двоих кого я могу уволить? Ну, не увольняйте меня, у меня просто 4 ребенка, мне их всех надо кормить. У меня ипотека, мне 20 лет еще надо за квартиру платить ипотеку, пожалуйста, не увольняйте меня. У меня даже, я квартирант просто, мы в квартире живем, у нас даже ипотека. Пожалуйста, не увольняйте меня, у меня еще кредит, за машину мне надо кредит платить. Мы вообще дома только хлеб кушаем, пожалуйста. У меня даже машины нету, и мы тоже хлеб кушаем. Так, ладно, все, хорошо, понял, ладно, у вас тяжелая жизнь, ладно, не буду я вас увольнять, только сделаем так, я вас одну зарплату на двоих возделить буду. Ой, зачем? Не будем работать. Сека, что без настроения сидишь-то? Да, блин, я не знаю, как с девушкой расстаться, как ей это сказать. Она просто хорошая, не хочу ее обидеть. А ты ничего не говори, брат. Как? Ну ты просто вот месяц рот не мой, брат. Ага. Рот не мой вообще месяц. Ноги не мой, брат. Ага. Месяц. Вообще не мойся, брат, месяц. Не мойся вообще, воняй, ходи. Одежду не стирай вообще, брат. Одежду не стирай. Не то что девушка, брат. Все отвернутся от тебя. Отвечаю. Хороший совет, спасибо. Ну, я и так не моюсь вообще, просто. Моя жена тебе звонила? Нет. А? За что? Моя жена тебе звонила? Ну, да. Ай! И что ты ей сказал? То, что ты у меня дома. А? Еще что сказал? Ну, чтоб не искала тебя в гостинице «Радуга» в 205 номере. Вот ты тупой, Сека, вообще ни о чем нельзя попросить. Да-да, садитесь, пацаны, короче, я все рассортировал, говорит, смотри, вот куня, это твои, вот возьми, а чмоха, это твои, да, это твои, да, это мои, вот, Сека, вот это тебе. Так, что мне здесь, а? Все для тебя. А, посмотри, может, там еще мои есть. Не-не-не, брат, я все прочитал, здесь все вот мои, это все, да, все мои. А у тебя что? Не-не, брат, это мое, это все мое. Может, у Тима ты неправильно перепутал? Не-не-не, брат, здесь все мои, подписанные прям мои. А что у тебя, одна только, что ли?
Да. От кого? От мамы.